Всем привет, с вами какой-то Чел, и добро пожаловать на второй выпуск дневника разработки нашего жестокого мира. Сегодня речь пойдет о каркасе боевой системы, которая сейчас выглядит вот так. У нас есть наша ген-Д, его здоровье, три капканчика и возможность атаковать. Если нажать на Z вовремя, в данном случае, когда агент открывает глаза, атака будет сильнее. Капканчики атакуют по очереди, но от них легко отбиться. Этот цикл будет продолжаться, пока все капканчики не умрут, а у меня есть еще кое-что, что я хотел бы вам показать. Тип, я хотел сделать музыку для сегмента с обучением, но что-то пошло не так, и теперь я точно не смогу ставить это в обучение. В общем, сами послушайте. Я постараюсь заделать этот трек и вставлю его куда-нибудь еще. Тип, как по мне, он хорошо подойдет для первого босса, но о нем мне пока говорить не стоит. В следующий раз я, скорее всего, займусь инвентарем, вторым персонажем игрока, системой уровня, перемещением по небу. Божечки, сколько же у меня работы. Но пока что у меня все. Спасибо за просмотр. До скорого.